Мое имя Юсуф Аль-Ахмад. Я режиссер фильма, которого вы сейчас увидите. Я уже год живу в России, учусь в МГИКе на режиссерском факультете. Этим фильмом я вам покажу иностранцев, которые учатся в МГИКе. Многие из них работают здесь, долгое время живут в России. Этим фильмом я пытаюсь ответить не только лишь на формальные вопросы того, как им здесь живется, нравится ли им здесь или нет. Покажем их колорит, их интересы. Окей, что я могу вам еще рассказать? Я просто снимаю. Только команду даю. Приготовились, мотор, камера. И начали. Ну, это даже самая простая работа здесь. Мы снимаем кино, меня зовут Гамаль, я режиссер в ГИКе, учусь на 4-й курс, снимаем курсовую работу и под названием «Миссия 7 дней». Готовились! Денис готов? Денис? Мне очень интересно здесь снимать, работать, учиться. В ГИК за 4 года дал мне возможность работать, попробовать все то, что я хотел, мечтал, которое я раньше думал, есть, которые раньше думал, что это возможно, и когда это сам попробовал, уже нет, не получается, надо по-другому думать. Я уже понял, как правильно надо думать, и уже есть практика, опыт, и познакомил меня с хорошим людьми, мастера, с коллективом. В России мне все нравится. Дежурник нашего общежития не нравится. Она сегодня пришла, да, в 9 утра, блин, такая вообще непонятная. И говорит, есть там вот какая-то бумага, я не понимаю, что это такое вообще нужно. И вообще она, наверное, она хотела бы быть так офицером, и, наверное, не получилось. Поэтому она, да, она старается как-нибудь. Но это не получается у нее.